Здравствуй, дорогой зритель. Продолжаем Ultimate General Civil War на легенде за конфедерацию. А сегодня у нас будет небольшое сражение какое-то. Не знаю, какое даже взять отсюда. Так, Коринф. 3 октября 62 года. И декабрь. Ну, Коринф был пораньше, значит, будет у нас Коринф. Давайте посмотрим, что там происходит, чтобы определиться с армией, которую будем выставлять. 15 бригад надо выставить, и мы тут будем сидеть. Не будем мы тут сидеть, мы будем нападать в атаке. 15 бригад, 21 тысяча бойцов у врага. Так... Ну, понятно, ладно. 21 тысяча бойцов. Значит, выставим первый корпус наш. А, так, и все-таки по карьере. Экономика да медицина. Что тут думать? Организация армии нам пока не нужна. Следующий уровень, кстати, что даст? 2500 численность бригады, но меня устраивают бригады по 2000 пока что. Да и численность такая меня пока что тоже устраивает. А численность будет больше? 4 дивизии. Нет, просто численность поднимется до 2500. Ну, вообще пока нету в этом смысла. Выставим 15. Значит, 3 дивизии пойдут у нас. Остальных нафиг. А нафиг нам столько пушек в атаке не нужно будет однозначно. Но восстановить их смысл есть. Так, Наполеоны. Наполеоны вот нам сейчас точно не нужны. Маршал. Так, поставим капитана нового. И дадим ему 12. 12, так, и Бристову дадим еще. Это уже придется покупать, но... Но вот так. Я думаю, что... Одну еще возьмем дальнобойную. 20-фунтовку. Где она у нас, кстати? Она во втором, да, корпусе? 10, 10, да. И ей еще докупим. Одну потеряли, что ли? Да, 9. Вот ее возьмем с собой. И 2 24-фунтовки. Викман, пока уходи. Мортон, уходи. И Рейс, тоже уходи. То есть, одна у нас будет дальнобойная. Самая дальнобойная. Так, а зачем подполковник нам на ней? Давайте майора хотя бы поставим. Попроще майора. Вот так поставим. Одна будет бить вдаль. А две будут подкатываться и в упор фигачить. И, кстати, у нас еще осталось... Их 3 в магазине. Давайте сделаем по 13. Они имеют склонность терять свои орудия, потому что близко очень стоят к линии фронта, получают. А последнюю выкупим. Так, это пушки наши. Все, с пушками вопрос решен. Дальше. Веб. 3400. А, ну у нас 70 в арсенале. Нормально. Вагнер. Понятно с тобой все. Так, магазин. Это надо выкупить все дело, чтобы оно не пропало. А, но у нас еще сейчас 2 будет маленьких миссии. То есть до 3-й миссии это надо выкупить. Форест и Хейс. Форесту, я думаю, я дам сейчас ремингтоны. Они у нас уже подкопились. Они же половчее. Хотя не очень-то они половчее. Рукопашная меньше, перезарядка больше. Ну тогда они не очень-то. Климаты половчее, да? Очень половчее, но очень дорого. Так что... Дам все равно Ремингтона. Их много у нас. А его бригада будет сейчас не такой уж многочисленной. До 500 дотянем. Дотянем до 500. Совсем скоро вторая звезда у него отвалится. Но он в прошлый раз много нарубил, да? 1700. Хейс, а ты, наверное, звезду опять
не удержишь. Хотя можно на самом деле сделать 5 сотен хейса с двумя звездами, попробовать погонять. Даже больше. Пятьсот 15. Так, ну давайте 515 мы поставим. А, тут в чем прикол? Да, прикол в том, что я его всегда делаю на 750, чтобы он мог без это самое, без палева бегать и рубить очень долго, большие нести потери. Но с другой стороны, он-то нарубил, хотя 1400 нарубил с одной звездой. 1700. Может, просто ветеранов ему накинуть чуть-чуть? Ну нет, ну не на 18 тысяч, конечно. На десяточку, может. Хм. Пока оставлю, посмотрим, как по деньгам будет. Если что, тогда давайте дам ему уже звезду какой-нибудь. Плюс 15 рукопашный, плюс 25 урон при штурме. Отличная тема, по-моему. Так, огнестрел, точность, выносливость, фигня. Выносливость, обнажение, скрытность, фигня. Вот, дадим ему вот это, там же то же самое, да? Да, то же самое. Пусть будут они два одинаковых. И, в принципе, будут нормально носиться. Другой вопрос, что мне столько снайперов, наверное, с собой не понадобится. Я, наверное... Так, я взял 15 же, да, тут 10, 13, уже лишнее. Веба выкину нафиг, пусть он идет отсюда. Возьму Вагнера, Вагнер нормально все время. Ну как, 1000 свое он делает, АРТУ зато шукает. И вот эти две бригады, так, 6, и значит еще 9 пехотных, вот что мне нужно с собой. 9 пехотных, тогда, наверное, 5 я возьму рукопашников вот этих, и 4 стрелковых, да и все. Так, не отваливается, не отваливается, отлично. Здесь Harper's Ferry вообще бесплатно. У Гарнета Файтвилле, которых, да, золотые стволы, 20 тысяч. Но он ими много нарубает, у него там 4600, 4000, 2000. Он, конечно, хорошие стволы, хорошие очень, да. Жалко, нету. Так, у тебя отвалится звезда? Отвалится. Ну, попробуем, может, сохранить. Хотя столько ветеранов, 20 тысяч не. А у Хила? А у Хила, наверное, не отвалится. А, у Хила не отвалилось, отлично. Все, значит, Хила оставляем. А тебя не оставляем. Иди во второй корпус со своей звездой. Так, тут. А, на эти самые наши... Как они? Рукопашные войска. О них не набирается опыт. Они... Ух ты, столько. 17 тысяч за Миссисипи. Много. Много. Спрингфилды вот в арсенале лежат. Целая толпа. Вот это нормально. Так, Миссисипи кончились совсем. Вполне-то немного есть. Немного есть вполметок. Ну, давайте купим на 3000 вполметок. Поставим сюда, туда полковников. Или подполковников даже. Давайте подполковников, раз они есть в наличии у нас. Так, а здесь с Миссисипи вопрос. Даже не вопрос, просто кончилось Миссисипи. А для начала я выкуплю, давайте, вот это все дело, чтобы оно не пропало даром. Генри стоит какую-то 20-ку, 25 штук. Блин, ну я хочу их попробовать, их надо копить. Если их не выкупать, они потом просто кончатся. Хотя я их уже накупил почти на 50 тысяч. А вот пехотинцев, ой, пехотинцев, кавалерию вот мне жалко за эти деньги. Я хочу посмотреть, что у нас есть. Так, Энфилды. Так, для стрелков тоже. Витворты надо забрать однозначно.
оптикой. Вот эти даже и не знаю. Уже вопрос большой по ним. Сейчас точно не буду покупать. Еще подумаю, хантеры однозначно не нужны. С хантерами я точно уже не буду запускать. Вот этих фиг их знает. Фиг их знает. Ладно, пехота, что есть для рукопашников? Так, а здесь не посмотреть, что ли? А, ну вот же, что же, торможу. Что есть после Миссисипи? МГ. А у нас таких тоже нету, МГ-2. Лоуренсы. Еще Лоуренсы, да, идут, подходят немножко. Тайлера. Тайлеров тоже нету. Я просто к тому, что у нас... Так, ну Энфилд уже совсем не рукопашный ствол, да и Тайлер уже не рукопашный ствол. То есть последний, самый последний рукопашный ствол, который можно использовать, это Лоуренсы. После них уже нифига нельзя ничего использовать. Угу. Так, Лоуренсы в два раза дороже Спрингфилдов, но они, конечно, и половчее, сильно половчее. Для рукопашки не так хороши, наверное, да? 82, а тут 88. Хотя вообще примерно одинаковость. Точность 75. Точность 12,5. А Лоуренсы, да, значит, нам нужны Лоуренсы. Но как-то Лоуренсами оснащать точность 40. Точность 40. Так. А, я не хочу закупать Миссисипи. А, ну смотрите, сейчас одной бригаде поменяем Миссисипи на что-то другое. И у нас Миссисипи наберется 2000. Так, 2000, Спрингфилды, Палмета. А у Палмета как? Я просто думаю, что в рукопашные бригады уже тоже надо ставить хорошие стволы, чтобы они успевали и настрелять еще врагов, не только натыкать их штыками. Точность 13. У Палмета тоже точности никакой. Поэтому... Миссисипи-то еще норм. 40, да? Лоуренсы, значит, остаются. Миссисипи, да, МГ. Но их мало, мы их не выкупим. Лоуренсы. Хм. У нас есть бригады с Лоуренсами. Где-то были хорошие бригады с Лоуренсами. Где ты? Что-то не пойму. В третьем корпусе, что ли? Фермер, фермер, фермер. Вот, бригада с Лоуренсами. С одной звездой. Ну, давайте сделаем из него тогда действительно рукопашника, что ли. Такого Лоуренса. Элитный рукопашник будет. Он будет звезду свою вторую получать на рукопашный бой тогда, наверное. Почему бы и нет. И мы возьмем его сейчас в первую линию. Посмотрим, как зайдет. Давайте посмотрим, как вообще заходит у него обычно. Так, ну здесь у него был Спрингфилд еще. Так, вот у него Лоренсы пошли 1 к 2. Спрингфилд опять. Лоуренс 1 к 3. Давайте возьмем его. Раньше у нас Лоуренсы были стрелковым оружием, а теперь возьмем и сделаем из него... Так, а где он есть-то? Сделаем из него рукопашника. Уберем отсюда. Спрингфилды, да? Нету места. Туда уберем Спрингфилды. А его поставим вот сюда. А, подождите, у него вторая звезда-то есть уже. Он не будет рукопашником, он будет стрелком, так и будет. Так, но мне нужен какой-нибудь двухзвездный рукопашник. Кто есть поопытней? Миссисипи. Миссисипи. Здесь надо заменить Миссисипи на что-то, что есть в наличии. Он близок ко второй звезде, но он разбавится сильнее. Значит, дадим ему фермера. А здесь как раз у нас накопились Миссисипи. Весь комплект. 35 огнестрельная, 33 огнестрельная, 32... 73. Да, его прям жалко ставить в первую линию. Он с двумя звездами. Так, так, так. Нет, тогда мы его не будем ставить в
первую линию. Мы найдем другого. Ему мы дадим Харперс Ферри. Не рукопашную. Пусть уходит отсюда. Так, тебе мы ничего не дадим. Уходи отсюда. Хотя, подожди. А, ну вот ему... А, его 800 человек только. Ладно, уходи пока. Мне нужно два отряда. Миссисипи, Миссисипи. А вот с Лоренсами тоже. Вот ты пойдешь в первую линию с Лоренсами. Ты пойдешь во вторую, куда ты делся? Мугат. Во вторую пойдешь линию. Вот. Вот вторая линия из двух звездных стрелковых бригад. Все. У них стрелковое оружие, да? Да, рукопашка 58. Ты идешь с Лоуренсами в первую, и еще один нам нужен в первой линии с хорошим оружием, с каким-то. Не с Палмета, у которого точности нет совсем. Но у нас остались же Лоуренсы, правильно, еще? Вот они, да. Вот и даем ему. У него сколько огнестрел? 32, тут 42. Так, рукопашная 20, 20, 30, 30. Вот, и еще одну бригаду сюда тащим какую-то. Но всех с Лоренсами тоже особо смысла нет. Так, и сюда полковника поставим. И сюда тоже полковника поставим. Так, ты, ну ты, вообще тоже давайте полковника. Куда-то одевать подполковников. Ладно, оставим тут подполковника. Здесь что у нас, двойные генералы все, да? Давайте на одинарного поменяем. А вот здесь поставим генерал-майора все-таки. Все, дивизии генерал-майорские. Хейс генерал-майор. Веллер тоже заменим на просто генерала. Чтобы генерал-майоров не расходовать. Ну нафиг, да? Так, капитан, майор, майор. Так, тут. У нас уже не хватает. Ну, у Хейса точно шансы все склеить ласты. Поэтому давайте ему обычного генерала купим за 4000. Но чтобы уж он... Ах ты! Отвалилась звезда. Ах ты! Хейс пусть будет Хейсом тогда. А то звезда отваливается. С этими понятно. Так, еще одну бригаду. Одну бригаду для... Для этих самых. Для первой линии. Так, ну и смотрите, у нас те дивизионные теперь генерал-майоры. Ну, кроме третьего, хотя в третьем корпусе тоже. Вот, вот это кто? Со Спрингфилдами, да? Спрингфилды я не хочу ему. 33 у него, он вполне себе нормальный стрелок. Для одной звезды 42, 32, 35. Тут можно поменять Лоренс и Миссисипи, конечно. Ну ладно, 33. 33, так, вот значит ему нужно выдать что-то, ну, как минимум Палмета, но... По-хорошему что-то получше. Есть ли у нас что-то? Да нету нифига. Осталось одно стрелковое оружие. Вот дела. Винтовок не хватает. Похуже. Остались только хорошие. Ну и не считая фермеров, конечно. Харперс. Да. Нету винтовок похуже. Значит, ну значит Палмета. Больше-то предложить нечего. Не, ну выкупить Миссисипи, что ли уж. Лоренса 40 тысяч, да, Миссисипи 29 тысяч. Дофига, дофига. Но с другой стороны, деньги-то есть пока. Не знаю, не знаю даже. Ладно, давайте одного сполнет совсем уж. И майора поставим. А, подполковник. Вот сюда мы как раз поставим подполковника. Все, вот так вот. То есть эти уж прям совсем центр.
Энтер, энтер, да. А вот эти два будут по краям стоять. Такая будет первая линия. Полурукопашная, полустрелковая. Надеюсь, что с лоренцами они тоже смогут нормально и на рукопашить, и на стрелять. Но вторая вовсю с Харперс Ферри и Файтвиллами. А вот Энфилд не лучше случайно? Энфилд получше в рукопашном, но похуже в стрельбе. Поэтому нет. Спрингфилд получше в рукопашном, похуже. Ну, значит, нет. Значит, Харперс Ферри как есть, так и есть. Так, здесь я увидел еще 20. Вот так вот сделаю. Все. Ну, и тогда пойдемте к Хейсу. 20 тысяч, блин, зараза. Ну, 20, ладно, нет, давайте сделаем на десятку. 650. И посмотрим, как будет врубать двухзвездный боец. В арсенале что осталось невыкупленное? Арту всю забрали. Тут мне лимат не нужны, дорогие. Как бы они, наверное, хорошие. Давайте будем выкупать лиматы. Все-таки кавалерия нормально работает, когда получается. А вот эти, вот уж прям совсем, не знаю, за 30 тысяч мне реально жалко. В пехоте выкупили тоже все. И еще остались деньги, кстати говоря. И люди. Так, я хочу проверить снайперов Хаскел. А, но ему нужно будет добить бригаду, так что... Ладно, выкупим уж вот так, чтобы до полной бригады. Ну, третью снайперскую я уже не думаю, что стоит оснащать литвортами. Просто их купить на замену. Ладно, фиг с вами. Ну, в общем, как-то так. Все. 15. А, подождите. Нет, 15, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Да, 15. Снабжение давайте накинем. То со снабжением бывают вопросы. Вот накинем их сюда. Хотя, конечно, еще деньги понадобятся, потому что тут еще у нас части недооснащенные. Ну ладно, это будет все позже. Так, Каринов, да, значит, 3 октября, октябрь, ноябрь, декабрь, да, Каринов. Так, итак, битва за Каринф. Давайте начинать. Выставляем свой первый корпус. 24 тысячи солдат у врага. 25 почти поддобавилось. До этого я заходил, смотрел, было 21, но... И мы корпус только сейчас свой собрали и выставили. Но тут в игре это постоянно происходит, чтобы мы не расслаблялись. Так что особо не на что пенять. Итак, столкновение у Каринфа 3 октября 1862 года. Наша армия развертывается для атаки на Янки к северу от Каринфа. Нам нужно захватить этот город, крайне важный узел на севере Миссисипи, и вывести из строя линии связи федералов. Вы поведете атаку на открытый левый фланг федералов, у них уязвима позиция у дороги Мемфис-Роуд. Из-за этого в их обороне возникла брешь вблизи центра. Если действовать быстро, вы сможете разбить Янки до того, как они отправят подкрепление. Что я могу сказать про эту битву? Значит, она затянулась на 2 дня, 3-4 октября, и на стороне севера было 23 тысячи, а на стороне юга 22. Потери северян, раненых, убитых, составили порядка 2,5 тысяч, потери южан составили 4200 бойцов. Про брешь, которую тут написано, действительно было так. 3 октября с утра, 10 утра, что ли, генерал Ван Дорн начал атаковать южан, которые сидели в старых окопах, выкопанных южанами при осаде Каринфа. То есть, на самом деле, это вообще-то вторая битва за Каринф, но обычно ее называют просто битва за Каринф, потому что первая, которая произошла ранее, она называлась осада Каринфа. Вот. Ну и, соответственно, сейчас северяне сидели, значит, в окопах южан, и во время атаки началась у них какая-то там суета, вот, и действительно образовалась вот эта брешь, в которую и начали ломиться южане. Это все дело проходило 3 числа. В общем,
оттеснили они северян, потому что генерал их Роузкранц что-то как-то не очень сработал себя. Впоследствии многие говорят, что вообще никакого плана не было, просто он что-то там непонятно чем занимался, сидя в городе, отдавая разные противоречивые приказы. Ну и в итоге отступили они до своих основных линий укреплений, до редутов, оставив все вот эти траншеи, вот, оставив все. И в принципе, если бы день не кончился, то они бы могли еще победить на самом деле, то есть несмотря на то, что они отступали. Но одна из бригад, которой был отдан приказ прийти на помощь, она что-то тоже там протормозила и не пришла. Вот. При этом Ван Дорн в своем рапорте написал, что еще бы час бы дневного света, и мы бы точно победили, и эта победа смягчила бы нашу скорбь по погибшим смертью храбрых. Но по факту, если был бы еще час дневного света, то как раз вот эта вот бригада, которая протелилась, она бы пришла на помощь, и второго дня бы не получилось, южан бы прищучили. Тем не менее, ночь пришла, и битва прекратилась. На следующий день конфедерация стала расстреливать своими батареями север, и начали фигачить вот именно по второй линии укреплений, туда, куда они все спрятались. После этого они стали ждать наступления, но наступления все не было, потому что Ван Дорн приказал генералу Эберу начать бой на рассвете, а генерал Эбер в 7 утра прислал письмо, что я типа сильно болен, я не могу вести дивизию. Чем же он мог там приболеть за ночь, да? Непонятно. Вот. Но есть у меня подозрение, что похмельем он приболел. И это не шутка. Вот. Значит, он сказал, что он болен, не сможет вести дивизию, и не начал атаку с утра. В результате, ну, опять прошло еще какое-то время, еще 2 часа прошло, пока следующий генерал со своими 4 бригадами вышел на позицию, вот, а так долго он шел, потому что он где-то в эшелоне еще был, то есть он вообще не был должен атаковать с утра. В общем, Эбер протормозил всех так конкретно до 9 утра, да, должен был начать-то, ну, совсем часов в 5, да. Вот, собственно, в итоге бой пошел позже, пошел не так, как планировалось, ну и несмотря на то, что сначала вроде как бы ворвались в город южане, потом вынуждены были отступать и могли быть вообще разбиты, но повезло им, что очередной генерал северян отказался преследовать отступающих. Вот, это было уже раньше, когда Маклеллан не стал преследовать, ну и тут тоже опять он не стал, вот этот другой генерал тоже не стал преследовать южан, ну и смогли в итоге все отступить, хотя впоследствии Ван Дорна обвиняли в том, что он был виноват в этом поражении, в этих потерях бессмысленных, а он сказал, что это вот был виноват как раз этот Эбер, который в 7 утра сказал, что приболел. Вот. Почему я думаю, что Эбер приболел похмельем? Потому что позже Ван Дорн сам просил военный трибунал расследовать обвинения в его адрес, которые звучали следующим образом. Был он пьян, выполняя долг под Коринфом, и бросил раненых при отступлении. То есть, раз люди говорили, что он был бухой, то, вероятно, бухал он не один. И, возможно, как раз вот с этим Эбером, которому он и сказал в 7 утра, давай в атаку. Но Эбер не осилил. Вот такие вот дела. Тем не менее, суд единогласным решением снял обвинение с Ван Дорна, сказав, что нет, Ван Дорн не был пьян, выполнять долг под Коринфом. Повезло, что армия отступила. В общем-то, потери могли быть сильно больше, но получилось так, как получилось. Попробуем изменить историю и победить под Коринфом. Выбьем врага. Захватим все, что можно захватить. Янки развернули свой левый фланг у дороги Мемфис-Роуд, оставив крупную брешь в центре. Их штаб разместился на этой ферме. Атакуйте быстро и разбейте фланг федералов. Так, ну что ж, у нас немеренные силища тут. 21 тысяча бойцов. А у врага всего 25, так что тут уж мы его сейчас погоним. Выдвигать никого никуда не надо, просто сразу старт-стоп сделаем. Так, первая дивизия. Становись. Как бы мне бы еще понять, кто из них у нас с Лоуренсами, а кто из них у нас с этой свиньей с Палмета. А то они как-то стоят, кто-то во второй линии, кто-то в первой.
Вообще не в тему построились. Так, Миссисипи. На центр. Палмета. На самый центр. Так. По этой ветви ты вообще не отсюда. Лоуренс сюда. Миссисипи сюда. И Лоуренс сюда. Все, с первым разобрались. Кавалерия и снайпера давайте туда. Потому что мы будем идти здесь рукопашными отрядами. Здесь обойдем стрелковыми отрядами. И вот здесь обойдем кавой и снайперами. Тут в лесу укрепление, поэтому сюда мы щемиться не будем. Будем пхать вот с той стороны аккуратненько. Так. Давай-ка разведку отпустим. Вперед. Посмотрим, что там в этом лесу сидит. Так, какой мугат еще? Никакой не мугат. Уйди отсюда. Так, и туда. И туда. Так, ты вон туда беги. Давайте их немножко перестроим, а то что-то вторая дивизия как-то в перемешку с первой неудобно. Так, погнали потихонечку. Сейчас посмотрим. Так, ну и давайте вторую дивизию, наша артиллерия, давайте ее тащить отсюда. Отсюда будем. Так, вторая дивизия вообще-то вон туда. Я перепутал немножко. Третья дивизия, артиллерия наша. А вот, вот артиллерию будем тащить вот сюда. И будем простреливать. Так, никого не нашли пока что. Можем заводить, значит, свои части. Сюда, ты сюда. Ты сюда, ты сюда. Ты сюда. Так, ты иди на ту ферму. Смотри, чтобы какая-нибудь лютая кавалерия там не прибежала, я не знаю. Опа! Есть контакт. Так, бегом. Вторая дивизия. Бегом. Артиллерия врага нас спалила. Так, наша... где наше дальнобойное орудие самое? Самое дальнобойное орудие. Ты, может, оттуда прям начнешь фигачить? Ты сможешь? Ну-ка, покажи к нам класс и нафигачи оттуда. Так, противник у нас вот и вот. Но давайте все равно тащить первую пушечку вот туда. 24-фунтовку. А, вторую 24-фунтовку. Да, наверное, сюда будем тащить ее. Отсюда будет прострел у нее какой-то. Этих, главное, не видят и долбят туда. Хотя и тех тоже не особо видят. Так, Томпсон. Ну, выходим на лес. В смысле, на опушку леса. На опушку леса выходим. Вот такая линия у нас сейчас получится. Не знаю, хватит, не хватит тут дальности. Не исключено. Так, ну, Муру достается, при том, что Мура-то он не видит. У него глазик зачеркнут. Откуда стреляют? Давай! 13 уже завалило. Ничего себе. 2000 там, 2000 тут, 2000 тут. Всего 25 тысяч должно быть. Вслепую лупят как-то. Настрелял мне 37 бойцов с Лоуренса. Мягкий тварина. Так, Мугат, давай вон на тот выдвигайся. Начинаем хреначить им по флангу. Форс, вон в тот лес. Так. Ты вообще вон туда уходи. Так, ну 4-я дивизия, да, это наша спецназ наш. Забегаем далеко в тыл. А то Мур уже теряет вообще тут кучу людей. Подкрадываемся стрелками, давайте. Так, артиллерия наша тоже начала работать уже. И эти выбежали. О, у них еще стрелки там. Стой, Мугат, разворачивайся и давай долби. Разворачивайся. По флангам сейчас им. Так, они и тут бегут, смотрите-ка. Давай сюда, пушки. Сюда, пушки. Файтвилли в бока. Подходи, Мур. И давай им тоже бить по флангу. Давай, 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 Мур, скорее. Так, ты давай набеги здесь, наверное.
Подбросим. Все, этих откинули. Мугат, занимай лес. Да, даже не лес. Заходи сюда. И давай фланговать дальше. Пауэлл, вперед. В лес. Эх-эх-эх. Стрелки Мугата в маленький лес. Пауэлл, давай сюда, на фланг. Форс с тыла. Зигфрид, врывайся в лес, атакуй артиллерию. Кавалерия, пока уходи внутрь. Мы сейчас это все дело будем фланговать. А, выходи. Бегом даже, выбегай. Бей по флангу здесь. Мугат плохо остался в поле, не очень в тему. Не очень в тему он остался. Так, стрелки первые отступают. Эти бьют. Эти бьют. В принципе, нормально. Мугат тоже постреливает пока неплохо. Арта, арта, арта. 84 наша дальнобойная артиллерия уже набила. А, давайте, наверное, выходить вот здесь. Ферма. Эти самые поля. Поля. Эти бегут, ребята. Арта бежит. Так, кавалерию давайте вниз вытащим. Приготовимся. Цвейдер. Твои твилями, заходи сильнее. Так, Зигфрид, выбивай, выбивай. Так, ну давайте здесь преследовать их тогда. Раз они отходят. Раз они отходят, то будем заходить сильнее в лес. Так, эти достреливают, не достреливают, что ли, не пойму уже. Давай сюда в лес и... Так, обнаружен противник. Противник обнаружен. Черт, с тыла замечено подкрепление Янки. Ах ты. Но у нас еще тут остались некоторые части, которые не задействованы в общей атаке. И теперь уже не будут. Теперь они уже пойдут туда. Даже не пойдут, а побегут. Потому что там кавалерия, она нашу артиллерию может пожрать. Придется утаскивать пушки глубже. Глубже туда утаскивать. А здесь прикрывать их будем стрелками. Так, тут что у нас? Выходим. Выходим ближе. Так, Павел, ты бежишь? Ты бежишь. И будем сейчас лупить арту. Так, стрелков выведем чуть сильнее. 500 лошадей я вижу там стрелковых, больше даже 1000, там еще одна. Ладно, мы тут сейчас пока прокрадемся. Отбили стрелков наших. Ладно, мы сейчас их выбьем с фермы, с вот этой набежим на пару. Так, ты тут перестреливайся тогда сам по себе, мы сейчас подойдем к тебе с фланга, их сгоним. Давай, давай, арта, вот сюда работай. Так, паузу еще тормозну, посмотрим. Джонсон, а Джонсон, наверное, с Лоренцем, да, очень удачно подошел Джонсон. Стрелки и Сандерс еще тут на ферме. Будем их держать. И даже, наверное, еще одних стрелков отправим. Ну, сначала вот сюда отправим их, на всякий случай, если будут отбегать. А потом во второй лесок перебежим. Так, что у нас тут? Зигфрид, по арте достреливаешь? Павло, по арте. Мугат. Так, мугатские стрелки. Уходите вон туда. Тут вам тесновато уже. Поэтому уходите. По арте. Ну, вот эти втроем должны выбить с укрепления бригаду двухзвездную. И когда они ее выбьют, мы сможем... Так, где арта вражеская? Мы сможем вот здесь продвинуть линию свою и дать по флангу вот этим укрепленным, которые с Джонсоном воюют. Как раз поможем. Как тебя зовут, мужик? Хобурну. Хобурну поможем. И Джонсону. Главное, чтобы там никто... Ух ты, смотрите, там 2200, ёкалманы. Там 2200. Так, тогда иди вот на этот край. Ты на этот край. Ну ладно, сейчас мы будем с двух сторон лупить. Так, стрелки давайте тоже туда уже сразу.
Идите, некогда. Так, и одну арту, наверное, тоже туда бы неплохо передать. Но пока она доедет... Черт, да, там... Сначала я обрадовался, что там Лоренцы. Теперь я понимаю, что Лоренцы там будут сейчас теряться вовсю. Так, Свидер. Ты давай. Вот так. Спает Вильме. Зигфрид, пока шугай арту. Ну все, у вас уже... А, вот этих стрелков тоже давайте туда отправлять. В поле тут встанут, пусть постреливают. И, наверное, вот этого Джонсона. С другой стороны, сейчас Джонсона уведу. Таборт получит в бочину. Очень не кстати. Это будет. Ладно, Джонсон, пока держись тут. Потом, если что, отойдешь. Пушку стрёмно отправлять, на самом деле. Я боюсь, что если там придется отступать всеми этими ребятами, то они захватят мою пушку. А, давайте стартанем, да посмотрим. Устал Павел уже. Ну ничего, Павел, чуть-чуть. Давай, один залп хороший дай. Форс, выстрели стрельков. Стрельков. Чтобы они вот тоже забежали. Есть, сбили мы отсюда врага. Так, ну и теперь давайте вот этой мощной артой будем фигачить. Джонсона ранили уже. Мур, захватываем ферму. Так, Павел, я же высадил стрелков. Нет, из тебя не высадил. Где арта? Арту должен Зигфрид гнать. Мугаты. А вон она, арта. Зигфрид. Есть, заняли ферму вторую. Стрелки Мура обходят. Так, слушай, ты плохо тут стоишь. Как-то не очень. Стойте-ка. А, выходи вон оттуда, вот их... из леса. Ты тоже выходи вот оттуда. И ты оттуда. Пэроты сейчас 20-фунтовые начнут раскладывать их. А вы подтягивайтесь пока что сюда. Джонсон, да, погиб или ранен, не знаю. Ранен. Сейчас вот эту, значит, следующую бригаду нам надо выбить. Тогда мы сможем уже брать вот этот фланг. И арту. Так. Так, так, так. Вы тут уже как-то кучкуетесь не очень. Входи. И по арте. Чтобы сейчас арта не начала фигачить по вот этому, по свизеру. С Файтвильме. Даже набегай, стрелок, набегай. Даже как вот Павловский. Сюда набегай, а ты туда набегай. Форс. Выходи на ферму. Вблизи лупить. Павел, выходи. Вернее, форс в поля, а Павел на ферму. Мугату нету места. Но надо вырываться, Мугат. Чтобы дать сюда по флангу. Мы вот этого собьем, и ты займешь лес. Давайте двигать кавалерию туда тоже чуть-чуть вперед. Пока нету возможности напасть ей. Потому что, ну, много пехоты, она завязнет. Сверху, да, тылы у нас немножко. Но удачно я протупил вот этих, вовремя не вывел в поле. Они теперь там нормально сейчас воюют. Смотрите, этого отогнали, мужика. А этот все не хочет отгоняться. Ну, сейчас все по нему накинутся. Форс в арте, а та бежит. Ох ты, Зигфрид, давай, а то они начали работать по свизеру. Да вот в эту, вот в эту. Вот в эту арту. Мужики, давай, 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 мужики. По арте. Все по арте. Все, этого прогнали. Отлично. Давайте дальше выходить. В поле. В лесок. Мугад в лесок. Павел. Туда вот в лесок. Форс. Туда вот в лесок. Свитер, как вообще успехи? 9 потерял, 300 набил. А вот сюда, заходи вот сюда на фланг тогда. Мугатские стрелки не успевают бежать за нами. Не успевают мугатские стрелки. Так, ты тогда стой, лупи. Нет, эту не можешь, да, вон ту. В ту попадаешь. В ту попадаешь, отлично, лупи ту. Артиллерия.
Ближе давай. Еще ближе. Еще ближе. Так, там что? Там мы наткнулись на кавалерию. А я хотел бы зайти в фланг вот этим парням. Ну, здесь удалось к ним зайти во фланг. Миссисипи 126 на 56. А Лоуренс 280 на 70. Нормально. Нормально держим. Сейчас еще их пушками шуганем. Эти, Джонсон, что ты? 300 потерь. О, это ё-моё. Печаль, беда. Палмета, понятно. Да вот, к слову, да, о хорошем снаряжении. На пушке, на пушке. Так, одну отогнали. Зигфрид, давай по вот этой лупи. Не может по ней лупить. Но она отключена на стрелков форстовских. Давай, 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 давай. Все, давай, накидывайтесь. Свидер по пушкам. Отлично, стрелки вышли. Мугата накидывает в бочину. Так, Хейс, Форст. Так, вон пушки, 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 ребята. Так, нормально, нормально. Мугат, ты что тут? Ты попал на самом деле. Мугат, отходи. Отходи через дорогу, потому что теперь ты фланг получаешь. Это неправильно. Так, тут длинная линия, ее надо выбивать. Вот так надо становиться, прямо бить им в фланг. Другого нет варианта. Мугат, вот занимай лес. Стрелки Пауэлла. Бегите вон туда. Атакуйте пушки. Пауэлл, вперед. Атакуй пушки. Форс. Туда переходи. Свейзер. Сюда переходи. Так, стрелки Мугата сейчас отойдут немножко. И смогут бахнуть им. Форс, выходи в атаку на кавалерию. А ты, кстати, тоже выходи тогда отсюда. Нафиг тебе тут толпиться. Напади на кавалерию, на вражескую. Сверху этих мы, смотрю, отогнали вообще в панике. А вы с чем шугали-то его? С Лоуренсами? Давай следующих шугать. А ты не достаешь, да, Сандерс? Ну, подходи сейчас. Подходи по одному. Да бей поближе, наверное. Бей по любой, пофигу. 136. Давайте, давайте, лупите. Так, стрелки Джонсона. Тоже отправляйте тоже вон туда. Тут от вас толку никакого. Так, а вы давайте выбивайте. Да я не знаю даже. Давай по пушкам, может, попробуем. Попробуй вот по 294. Может быть, хватит мощи залп дать вблизи, чтобы она распалась. Старт. Мугаты, уходите, уходите. Вот эти мугаты, уходите. Так, опять Зигфрид заблокирован. И арта отошла за этот самый, за пехоту, за свою. Я не могу ее поймать. Хотя нет, идет по ней залп. Есть. Все, и бежит она отлично, отлично бежит. Так, ну Павел с Мугатом столкнулись. На самом деле у них нету места здесь. Мур. Мур, лупи сюда. Не ходи, а лупи. А ты не можешь, да? Ну, лупи сюда тогда. Ты тогда лупи сюда. Мугат, ты кто где стоишь? Павел, перемещайся. Форст, перемещайся. Так, ты сейчас будешь опять по флангу лупить. Отлично. Доставай, да. Арт опять не достает, да. Да что ж ты такой недоставучий. Так, мугатские стрелки, атакуйте. Форст идет. Все, эти тоже отступают, зажимаем их, ребята, зажимаем и просто, как мы любим, в уголке мочить в углу. В углу скр. Так. Хейс. Пока нету. Взял я две бригады кавалеристов, но нету возможности их применить. А в гущу боя теперь уже жалко кидать двухзвездных хейсов 650. Уже жалко. Хотя, конечно, можно накинуться вот на тупающего. Боюсь, он отхватит. Ух ты, левый фланг. Это на флажке надо. Боюсь, он отхватит просто. Напасть на кавалерию, что ли, двумя этими отрядами. Какая-то польза у них была. Сейчас они, конечно, стоят вообще без дела. Но, видите, если я накинусь сюда кавалерии, то это все будет слишком... Куда ты пошел, интересно? Ты что творишь-то, эй? Сейчас
вообще не понял, что произошло. Стреляй по нему, стой. Стой, стреляй по нему. Стой, стреляй. Вот. Все. Ты, все, выбивайте их из укрытия. Все, они побежали. Вперед тогда. Вперед. Эти мои обходят стороной Зигфрид. По арте. Не дотягиваешься опять, а по той. Кавалерию отогнали, походу, да? Свейдер, давай, в почину. Так. Давайте вот еще стрелков выведем сюда. Эти выведем сюда. Ну, тут все, да, классика. На расстоянии выстрела просто подойти всем. И все, и застреливать их. Все, больше ничего не надо. Пушки. А пушки уже сами перевелись на другую цель. Ну вот, давай стрелять по вот этой цели. На самом деле, по артиллерии. Здесь куда-то дернул кавалерия, я ее не вижу. Но она где-то есть там, это по-любому. Это по-любому. Устали все уже наши. Ну а что делать? Выбиваем вот этого теперь. Вот этого выбиваем и занимаем лес. Занимаем лес. Так, они все бегут туда. Ну, я не буду их... Не то, что я не буду их тут окружать. У меня просто только нет юнитов. Те все заняты. Если они их перебьют, они, конечно, могут с этой стороны подойти. Но подход, на самом деле, такой себе. А, тут укрытие. То есть я буду в лесу, они будут в лесу, плюс у них будет укрытие, их две звезды, и они будут меня долбать по всей линии вот этой. Как бы смысла нету мне сюда переться. Вот, так что я буду гнать отсюда, сгоню их с укрытия. Вот здесь выстроюсь их, пощемлю. Ну, туда и дальше, как бы, как обычно. Так, ты вот этого долби, ты вот этого долби тоже. Мур вперед. Мур же наш этот полурукопашник, да? Подходи, Мур, подходи, Мугат. Все подходите. Так, ну ты подходи тоже. Хотя ты уже, конечно, не очень на фланге будешь находиться. Как бы еще вот эти тебя не начали лупить, ребята. Ладно, ты давай туда перебегай, а ты вот сюда перебегай. Зигфрид, тоже ты тут партию-то бьешь, не бьешь? Посмотрим. Так, бежит. Бежит. Но все бегут. Все, стой, Зигфрид, не ходи дальше. Отходи, отходи, отходи. А, не успел, чуть-чуть не успел. Да, чуть-чуть не успел, стрел 20 бойцов. Вот так вот, чуть-чуть замешкался, не край. Так, артиллерия опять работает. Вражеская артиллерия. А эти, смотрите, а, нет, все, они развернулись. Уходи тогда, Мугат. Я думал, они так и будут туда смотреть, куда они смотрят. Но нет. Все, здесь все выстроились. Это стрелки Сандерса, да? А это Сандерс. Уйди в отряд к Сандерсу. Раз тебе нет места, будет двушка бить тут. С ними покончено, я думаю, можно считать. 240. Давай по 240. Арта ближе. Припасы. Генерал. Так. В бок. Обходим. Так, Зигфрид отошел, 23 потерял, да? Давай вон там снизу лупить их тогда. Стрелков сейчас вот этих расфигачь. Ох ты, досталось Свизеру. Стрелки отступают. Все вот эти отступают. Долбаник вон туда. Долбаник вон туда. Так, заходи ему в бок, просто стреляй. Форст, заходи, что он тут творит-то? Все, 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 заходим, обходим их всех. Заходи, там дальше, не спереди. Мугат, все, вот он уже и бежит. А то еще встал, он тут стреляет по нам. О, арта. Они бросили арту. Форс, форс. Так, ближе, ближе. Так, стрелки Мугата.
подходите. Что-то хейс получил неожиданно от кого-то. О, Мур по арте. Угад. Угад, давай оттуда. Есть, арта бежит. Вейдер, перебегай реку, бей по арте. Так, Зигфрид, по арте бьешь? Бей по арте. Павел. Мур, продвигайся. Много тут... Так, ну они бегут, в принципе, ладно. Хотел сказать, много полей, в которых я не могу спрятаться. Но мне спрятаться тут и не надо, по большому счету. Просто вовремя подтягивать силы свои. Чтобы можно было простреливать их. Так, Хейс, вернись. Я не знаю, кто в тебя попал. Но это уже не важно. Их тут нету. Так, арта, арта, ребята, ребята, арта. Все, снимаются с позиций. Так, бей по артиллерии. Так, давай нападем на кавалерию, на его. Все, да, артиллерия пала. Кажется, артиллерии больше нет. Давай пушки раскладывай себе и по вот этому упоротому, который не понимает, что ему уже край, и продолжает воевать, стоять. Зигфрид, преследуй. Ну, кто-то, смотрите, собрался еще в контратаку идти, да, сейчас. А я не вижу этой самой штуки. Как она называется? Ну-ка, давай-ка. Щиток, чтобы залезть мне в это укрепление тут. Занять укрепление. Гоним их, гоним, да? Лупите, лупите, ребята, окружайте и лупите. Так, зря я, ну, я ломанулся в рукопашную там, думал, что-то получится красивое. Ничего красивого не получилось. Получил люлей, да и все. Давай, хейс, с фланга, порт фланга. Попробуем сейчас фламгануть этих парней. Как раз у них паника. Да, и Джонсон что-то отступил, на самом деле. Стоял-то сбоку. Чего ему отступать-то, я не пойму. Так, и вторые отступают. Что-то все наши начали сливать потихоньку. Давайте стоп-игру сделаем и построим заново линию. Так, Мур, выходи. Сюда. Ты выходи вот сюда. Порт, выходи вот сюда. Лидер, выходи вот сюда. Снайпера вон туда, на фланг. И вон туда, на фланг. Так, сверху у нас Мугад заходит в тыл. Ты не лезь, потому сейчас получишь. Отойди. Так, ну и ты тоже крадись вот оттуда. В принципе, все вроде нормально. Непонятно, почему начали шугать. Так, уходи. Уходи, уходи. Все, Форест. Форест и Хейс, выходите из боя. Ни о чем атака получилась. Ну... Ну, это понятно, что она такая ни о чем, потому что... Потому что они не были в панике, а все-таки нужно именно подать именно на паникующие силы. Вот как вот здесь, например. Пойдемте заберем суплай у них, может попробуем. А, ты вообще не можешь, ты вообще испугался. Так, какая-то рукопашная у нас тут на всех началась. Не, ну вон отступают же, нормально, чё ж. Отступают, но бегут в рукопашную. Чё-то я не очень понимаю этот момент.
куда-то прорвались. Ну, теперь точно у них паника. Так, ты давай не разворачивайся. Ты что подставляешь спину-то? Давай, иди, Зигфрид, туда и разбирайся там с ними. Так, а мы давайте дальше ланговать всю эту историю. Даже вот с тылов давайте заходить, может быть. Оттуда. Оттуда. Эти продолжают там замес. Конкретный. Форс. Успел зацепить? Ты зацепи его. Ты что творишь-то? Его же зацепить надо. Так, вот эти тоже стрелки в панике. Хватай их. Так, ты войди в лесок. Да-да-да, в лесок. Прикрыла. Ох ты, тут еще пехота. Ёшкин крот. Вот это я втух. Ой-ой-ой-ой-ой, Форест. Ё-моё, вот это втух, да. Отходи тоже, Мур, отходи. Да, Форест 200 бойцов сразу за один залп. Вот это, конечно, капитальный просчет. Да. Это капитальный просчет. Да, кавалерия в этой миссии ни о чем. Вот может быть Хейс еще. Иди, Форест, тогда с Хейсом наруби. 250 потерял, 40 нарубил. Но может быть ту бригаду хоть на пару зарубят они. И на этом экспы наберут. Которая хотя бы даст им сохранить вторую звезду. Так, крадемся, крадемся. Обходим. Пушки раз. Пушки два. Боеприпасы. Боеприпасы везем. Все, стоим в лесу тогда, не выделываемся. Ждем боеприпасы. Так, ты долбишь его, да? Ну, долби, долби. Ладно, вот эти, я надеюсь, два добьют их. Так, а вон я вижу кавалерию. Хотя, ладно, стой тут. Я вон хочу кавалерию раздолбать и забрать суплай внизу. Так, Мугат один на один, что ли, стоит, стреляется? Нафига это надо? А, ну, хотя он нормально стреляется. Так, я жду припасы, я не выделываюсь. Ну, давайте вторую, там что сверху-то? Потихоньку, потихоньку. Да, там тоже уже кончились боеприпасы. Бегут, бегут все, все они бегут, но давайте... Ой, все, не дали ничего. Хотел что-то сделать, ничего не получилось. Значит, 21 тысяча против 18. А, ну это по пехоте, кавалерия. Пушек в два раза больше. 3 тысячи на 12 тысяч. Мугат, ой, не Мугат, а Форест, конечно, втух. Кавалерия 400 потери, 250 за один залп ему снесли. Да, это, конечно, провал. И он не успел добежать второго там подрубить еще. Да и верхних почему-то до конца не вырубили, странно. В итоге всего 12 тысяч дали выбить, половинку. Половинку, ну ладно. Джонсон 2600 на сотку. Мугат 1500 на 80. Павел 1500 на 200. Да, нормально. Нормальный такой коэффициент 4 к 1. Все отряды. Так, Свейдер 106 потерял. Это Файтвилли, которых, черт побери, не хватает. Дальше не хватает. 1300 набил. Арта 500, 400 и 300. Не очень много на самом деле. Зигфрид 5 сотен, но он лупил арту. Сандерс. Сандерс сверху там зажимал кого-то. Тоже не успел много набить. Хейс. Ну, Хейс под конец хотя бы оправдался, хоть подрубил немножко. Потому что Форест в этот раз вообще... Кавалерия вражеская вообще не успела ничего сделать. Где-то там появилась. Сразу начался замес. Два раненых офицера. Один повышенный. По захватам.
12 вертвортов потеряли. Ничего, ладно, переживем. 350 потеряли. 1100 захватили, плюс 800 вот этих. Файтвилли 50 штук потеряли. Палмета не жалко. Лоуренса 400 дороговато, но ничего. 6 пэротов, 90 смитов. Ну, в целом, нормально. Так, потери 3000, да? А вернули 3200. И никого даже в плен не схватили, не зацепили. Ну вот, когда заканчивается миссия вот так вот принудительно, это не очень мне нравится. Потому что, во-первых, можно было и все 20 тысяч разнести, соответственно, и оружие больше захватить. А во-вторых, и пленных взять тут не 3, а 4. Ну, у нас, конечно, тоже были бы потери, но и мы бы 4 захватили, а не 3. Ну, в общем, как-то так. Репутация плюс 5, 1 очко карьеры 63 тысячи. 63 тысячи. Ну, давайте, что тут у нас? Смугат, да, полный мугат. Ты не потеряешь? Потеряешь. А чё так форс? Не, ну 370 на 1200. 4 к 1 нормально набил. А чё тогда не держится звезда-то? 3600, ладно. Потерял. Знаете, генерала тогда. А, ну в Файтвилле их и нету. Больше-то. 650, давай. С каждым разом все меньше и меньше. Хотя хороший стол. Так, ну и в этот раз, видите, 10. 13 к 1. Да уж. Так, ну тут, я думаю, не отвалится. Нет, не отвалится. Хорошо. Пушка не теряла. Нормально стояла там, нормально стреляла. Могла, конечно, больше. Но быстро бой прошел. Я не успел, в общем-то, подтянуть ничего. Вот это, кстати, сколько успел обтянуть? 338. Наравне, да? Хотя стояло-то сильно дальше. А этот трех потерял все-таки. Двух. Давай, восстановим тебя. А тебе надо? Может, кстати, они так фигово стали надувать, потому что я капитана вставлю. Хейс. У тебя был 650, да? 650. Ну ладно, давайте накинем до... Зараза. 20 штук еще. Будет 650 снова. Форест, блин. Форест. Ну, вторую звезду терять уже совсем отстойно. Давай вот так вот. Давай уже начинай набивать, мужик. Я не могу тебе постоянно ветеранами пополнять. Это дорого все. Стоит денег. Так, двадцанчик. Нормально. И у нас еще в арсенале есть. Можно вторую, кстати, бригаду начать делать вот таких вот снайперов с ТС-ками. Вместо тех, у которых витворты без ТС-ок. Так, этих всех восстановил Мур с Лоуренсами. 2,5 к 1, да, 2 к 1 есть. 7300 на восстановление. Ну, что ж поделать. А почему 7300? А, потому что не хватает Лоуренсов. Потеряли много, ладно. Джонсон. Так, Палмета. Да, примерно как восстановить Мура, только винтовки хуже в разы. Так, здесь. А, ну здесь тоже Лоуренса покупать приходится. 2600 на 100. Вот первая линия рукопашная, да? Так называемая моя рукопашная линия дала 26 к 1, что ли, да? Да. И они не снайперы, они обычная пехота. Просто у них хорошие стволы были в этот раз, и они нарубили, будь здоров. В разы больше, чем в тот раз. Так что имеет смысл и первую линию 58 на 400 уже перевооружать. Ну вот, Лоуренсе, да, Миссисипи, не меньше. Так, у тебя, смотрю, потеря 700 на 1200. Да, ты что-то как-то неудачно попал. 6 тысяч, ну ладно. 33 как было, огнестрел 33, так и остался. Тут 36, тут 39, 40, 33. Ладно. Одно очко карьеры. Ну, медицина, чего тут думать.
Медицина, медицина. Так. Сэр, в этом письме я выражаю свои искренние извинения по поводу нашего поражения вместе под названием Карин. Уверяю вас, что боевой дух наших солдат все еще на высоте, и у нас достаточно ресурсов, чтобы сражаться с генералом по имени Эскомандер. Генерал-майор Родни Уотсон. Срочный доклад. Битва у места под названием Карин привела к сильным потерям в рядах врага, но проклятые янки имеют неограниченные ресурсы. Более чем 21 тысяча союзных войск отправлены на ваш фронт и, видимо, группируются, чтобы развернуть следующее масштабное сражение. Генерал-майор Кеннет Вудс. Ну, блин, 12 унесли, 21 в плюс. Но это, конечно, да, 57 стало, да. Растут их силы. Опять растут. Мы можем за 30 очков взять себе 3500. Полторашка CS Ричмондов мне не очень нравится. 8 24-фунтовок выглядит тоже неплохо. А 2000 энфилдов не очень. Вот, наверное, к следующей битве возьмем еще 3500 бойцов себе. Хоть как-то будем подкрепление вызывать. Сейчас не хочу, потому что упадет репутация, дух просядет. А еще будет битва второстепенная. Потом только все это будет обновляться. Так что можно успеть. Так, у нас еще тут, да, куча людей неснаряженных. Может быть, вот так поставлять их. Может делать двухзвездных рукопашников. А, ну как, двухзвездных рукопашников. 14 тысяч за вторую звезду. Брэкстон, а у тебя как? Тоже отвалится же. Вывести просто бригады по 1600. Хотя, наверное, нет смысла так делать. Просто потому, что будут их все время прессовать. А тогда они... Ну, экспу получат, да? Но урон там их перекроет все равно. Так, а тут совсем не хватает уже, да? О, ну эти совсем доходяги здесь. Ну да. Так оставить. Вот вопрос. 2000 с фермерами хуже, чем 1850. Я думаю, если сюда поставить полковника, и новобранцы не задержат. Ладно. Пишите комментарии, ставьте лайки. Спасибо за просмотр и пока.